Карачаево-Черкесию поступила первая партия экспресс-тестов. Применение новых систем тестирования позволит увеличить объемы исследований на коронавирусную инфекцию. Для работы с экспресс-тестами в регионе уже подготовлены лаборатории, а оперативная выдача результатов, в свою очередь, позволит приступить к терапии ковидных пациентов на самых ранних этапах заболевания. Ахмат Халкечев подробнее. Это те же ПЦР-тесты, говорит исполняющий обязанности главного врача Республиканской клинической больницы Фатима Салпагарова. Забор материала производится так же, как и ранее, из носа и ротоглотки. Также соблюдаются условия хранения, транспортировки и доставка в лабораторию забранного биологического материала. Главным отличием новых экспресс-тестов является то, что в разы сокращается время лабораторного исследования. Это позволит не только увеличить количество проводимых исследований, но что самое главное и самое важное, это ускорить выдачу результатов в целях наиболее раннего начала терапии ковидных пациентов. Потому что чем раньше начато лечение, тем меньше вероятность госпитализации пациента и тем меньше вероятность развития тяжелых осложнений. На уровне лаборатории из времени исследования выпадает период так называемого выделения возбудителя. За счет этого и сокращается проведение процедуры почти в два раза. Если раньше уходило до 3 часов времени на исследование, то теперь потребуется чуть больше часа. Соответственно, увеличивается возможность лаборатории по количеству проведенных исследований. Для диагностики такой серьезной инфекции, как COVID-19, очень важны точность и высокая специфичность данного выполнения анализа. ПЦР-метод – это высокоточный метод лабораторной диагностики, молекулярной генетической диагностики для выявления различных инфекционных и молекулярно-генетических заболеваний. Вот уже отработали практически сейчас, полдня прошло, уже 500 анализов уже готовы. Если бы другими тестами, которые мы раньше работали, соответственно, мы не смогли. Обычными тестами у нас где-то около 350-400, она больше, просто физически невозможно было этого получить. Потому что там на выделение уходит очень много времени. Экспресс-тестирование пока введено в наиболее крупных муниципалитетах с высоким уровнем заболеваемости. Это Черкесск, Ужгутинский, Карачаевский, Зеленчукский и Малокарачаевский районы. Но, по словам медиков, лучше вакцинироваться и не болеть. Не надо ждать чего-то, испытывать судьбу. Вот сегодня, сейчас надо идти вакцинироваться. Если сегодня, сейчас нет противопоказаний, надо сегодня, сейчас идти. Если сегодня есть какие-то противопоказания, значит, надо выждать тот период, который необходим для возможности вакцинации, и сразу, не откладывая ни на один день, ни на один час, идти вакцинироваться. Ахмат Халкечев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаево-Черкесия.